Спасение, доведенное до автоматизма. В среду в Иванове соревновались спасательные отряды Управления по обеспечению защиты населения Ивановской области. Тематика учения – ликвидация последствий ДТП. У нас порядка 170 спасателей. Вот ряд из них мы с вами наблюдали здесь сегодня, которые работали. И за прошлый год они спасли 182 человека. Вот в таких же примерно условиях, в условиях ДТП. Это достаточно серьезная, внушительная цифра. И поэтому вот именно такие мероприятия позволяют отрабатывать навыки, смотреть, что не получается, исправлять это. Всего 4 команды – от областного спасотряда, из Октябрьского, Лежнего и Пучежа. К ликвидации последствий ДТП команды приступают поочередно. Первым делом нужно зафиксировать автомобиль. Затем при помощи гидравлических инструментов срезать двери, они, как правило, в момент ДТП блокируются, и крышу машины. Затем уже вызволять пострадавших. Жюри и опытные спасатели следят за правильностью и слаженностью действий спасательных групп, но и за потраченным временем тоже. Чем быстрее мы окажем помощь при ДТП, тем больше шансов пострадавшего выжить. Есть понятие золотого часа, когда в течение часа любой пострадавший должен быть доставлен в больницу. И в таком случае шансы на выживание возрастают вдвое у него. В условиях конкурса областной спасотряд, конечно, выделяется на фоне остальных. В первую очередь в плане материально-технической базы. Оборудование у них новее и совершенней. Однако всем командам удалось успешно справиться с поставленными задачами. В условиях реальных ДТП то самое правило «золотого часа» в большинстве случаев удается соблюсти. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.